Всем огромный привет! Сегодня я решила показать вам свой второй заказ, который я сделала по четвертому каталогу 2019 года. Он достаточно интересный, в нем много подарков и, конечно же, пакеты-сюрпризы. Но сам заказ, конечно, очень маленький, но для меня достаточно выгодный. Заказала я по выгодной скидке 40%, как было заявлено в фокусе, два продукта из серии InYou. Данные продукты я заказывала в первом заказе, но мне они безумно понравились, и я решила повторить. Вот это вот у нас идет золотая маска. Я, кстати, ее уже подарила маме. И это гель-масло для лица «Роскошь шелка». Так как было условие, если берешь вот это вот гель-масло, то маска-пленка идет по 399 рублей вместо 550, и на нее также накручивается скидка 40%. То есть мне вышло очень-очень дешево. Масло за 414 рублей, а маска всего лишь за 239 рублей. Я безумно рада, потому что действительно очень классные продукты. Далее расскажу про лайки. Я, в принципе, уже отправила заказ, вот эти вот масла и пакеты-сюрпризы, но тут мне, ну, буквально где-то минут через 15 пришло сообщение от моей подружки по YouTube Нонночки. Вы ее должны все знать, великолепный просто человек. Она мне написала, что если я не заберу подарки в четвертом каталоге, то мои лайки все сгорят. Я, конечно, сначала расстроилась, было воскресенье, начала звонить на горячую линию, чтобы отменить, но горячая линия не работает по выходным. Но все-таки отменила заказ в понедельник в 12 часов и сделала и заказала призы за лайки. Я взяла за 12 лайков приз и за 4 лайка приз-сюрприз. В общем, я безумно довольна. За 12 лайков у меня вышло 2 аромата, то есть я сама выбрала, это Individual Blue Free и вот такая вот Elegance Пурбланка. Вот эту пурбланку я просто обожаю, я знаю, ее любят абсолютно, мне кажется, все. И Individual Blue я тоже потестировала, и мне он также понравился. Ну, как бы я крышечку приоткрыла. Очень классный аромат, поэтому я рада, что за каких-то 50 рублей 25 стоит пурбланка и 25 мужской аромат, то есть мне достались такие призы. И приз-сюрприз за 4 лайка у меня, удачу я пытала, мне попался вот такой вот шампунь, я так поняла, комплексное средство, гель, шампунь и ополаскиватель, основной уход. Вот в такой вот новой упаковке я еще ни разу не приобретала, и у меня из клиентов никто не брал. Я думаю, что это средство не хуже тех, которые раньше были. По-моему, те только были 250 или 300 мл, а это 200. Ну ничего, я рада, мне все понравилось, то есть тут я вообще прям никаких претензий. Спасибо компании Avon. В общем, вот такой у меня был малюсенький заказ и классные подарки за лайки. Ну а теперь давайте уже начнем смотреть пакеты-сюрпризы, потому что мне вообще прям не терпится, что же там в них мне положили. А сразу скажу, склад у меня город Новосибирск, пакеты-сюрпризы, теперь я знаю, что там 6 средств, коды, чтобы мне не писали в комментариях, пакет номер 1, код 130-81-12 и пакет номер 2, 130-81-13. Девочки, фиксируйте себе, если кому нужно, и если вам эта информация нужна. Я не знаю только, зачем она нужна, потому что я пыталась по этим кодам как-то пробивать, и ничего не пробивается. Ну, в общем, пакет-сюрприз стоил 349 рублей, 6 средств. Давайте начнем уже смотреть. Какой из них первый или второй, я сейчас, к сожалению, не знаю, поэтому будем вскрывать и смотреть. Тоже положили. Ну, начинаю. Так. Угу. Первое. Это вот такой вот продукт. Интересный скульптор тела. Я, кстати, таким ни разу не пользовалась. Он идет моделирующий лосьон для тела с комплексом. Туба помятая, но я думаю, это не критично. Я думаю, что она может расправиться, когда в нее попадет воздух. Ну, когда начну тестировать, обязательно расправлю тубу и буду пользоваться. В общем-то, неплохо. Такой зелененький, позитивный. Далее идет
из новогодней коллекции. Я только не помню этой зимы, по-моему, вообще прошлогодней. С ароматом малины и ванили. Мыло для рук. Кстати, мыло всегда нужно. Эти мыла, они не из дешевых, поэтому я, в общем-то, рада. Что идет следующее? Следующее. Положили продукт от Enyu. Что это такое, я, к сожалению, не знаю, но сейчас попытаюсь посмотреть, что это такое. Кстати, забыла показать срок годности. У этого продукта 17-й год, 10-й месяц, 17-й год. И, по-моему, это мой любимый. Так. Ну, мне кажется, это какая-то вообще миниатюрка. Малюсенькая, 10 миллилитров. По-моему, это вокруг глаз, если я не ошибаюсь. Ну, в любом случае, за Enyu спасибо огромное. Я Enyu люблю, и именно вот эту зеленую серию просто обожаю. Ну, хотелось бы, конечно, объем побольше, но что сделаешь, что уж попадется. Следующий продукт. Вот такая вот пилка. По-моему, мне такая пилка попадалась, только с какой-то синей ручкой. Ну, неплохой продукт, кстати. Ну, так себе, но пойдет, в общем. И еще два средства. Наверное, они меня все-таки не порадуют. У меня такое ощущение, что они вообще одинаковые. И я не могу понять, что это такое. Color Trend в одинаковых упаковках. И я сейчас, как говорится, не могу сориентироваться. Нет, это разные, что-то разное. Сейчас мы посмотрим сроки годности. Кстати, вообще прям не очень. Что-то непонятно, что мне положили. Посмотрите. Что-то вообще со сроками. Перехвалила я компанию Avon. В прошлый раз я прям говорила, что у Avon все круто, все хорошо. Но в этот раз, к сожалению... Это я поняла. Это такие вот карандаши Color Trend. Ну, у меня такими карандашами пользуется мама, поэтому я думаю, зелененький пойдет ей, а вот этот ванильный пойдет мне. Ну, в общем, так себе пакет-сюрприз. Ничего хорошего. 349 рублей. Ну, может быть, кому-то из вас понравится, но мне не понравился. Смотрим второй. То есть первый у нас все пуст. Смотрим второй. И я надеюсь, что здесь будет что-то лучше. Какая-то надежда еще остается. Так. Да. Да уж, да уж. Так. Попалось комплексное средство, кстати, 250 миллилитров. За лайки мне попалось 200 миллилитров. Это средство мне нравится. Попалась еще одна пилка, точно такая же, без изменений, да? Не знаю, куда я эти пилки буду девать, но, наверное, буду сама пользоваться ими. Так, парфюмерная вода Forever. Она идет, по-моему, в спрей. И, кстати, срок годности тоже 17-й год. Все сроки годности вообще. Ой, компания Avon, наверное, скоро будет как компания Faberlic. Ничем отличаться не будет. То есть перехвалила, перехвалила. Ну, спрей. Ну, хоть спасибо за маленький парфюмчик. Я видела, у девчонок вообще были парфюмы 100 миллилитров. Тут хоть спасибо за такой объем. А четвертое средство идет лак. Вот в таком вот оттенке. Вообще не хочет фокусироваться. Так, срок годности, кстати, сейчас посмотрим. А, 0,418. Хоть здесь. Ну, с лаками. Наверное, чтобы они не засохли. Наверное, маленько посвежее присылают.
Ну, такой нюдовый оттенок. У меня, по-моему, такой даже есть. Не знаю, радоваться или не радоваться. В общем, не знаю. Такими я вообще практически не пользуюсь. Ну, придется пользоваться. Смотрим дальше. Наконец-то мне попалась тушь в оттенке в черном. В прошлый раз мне попалась тоже тушь. И я, кстати, их, эти туши, я их продала. У меня девочка просто фанат вот таких тушей. И она у меня сразу, увидев мое видео, сразу пришла и забрала эти туши. И последний, шестой продукт, это у нас вот такой вот бальзам, который идет с SPF 30. Ну, в принципе, этот бальзамчик пригодится. Срок нормальной годности. 18-й год. Ну, бальзамчик не буду открывать, оставлю на лето. Ну, вроде как они хорошие. Я брала себе с кокосом. Кстати, очень-очень крутой бальзам. Оставляет сладость на губах и приятное ощущение. Ну, вот такие вот были пакетики. Не очень классные. Но, что поделаешь, тут уже кому как повезет. Мне получается, что не повезло. Ну, может быть, вам эти пакеты и понравились. Оставляйте свои комментарии, пишите, мне очень интересно ваше мнение. Ну, а я вам всем желаю удачи, желаю, чтобы вам пакеты попадались очень-очень крутые. И пока-пока!